В Люберцах стартовал сезон ремонта дорог. План этого года – 34 участка общей протяженностью 17 километров. Сейчас дорожно-строительную технику можно встретить на 9 объектах. Наша съемочная группа увидела, как проходит работа. Участок дороги на Воинов-Интернационалистов – один из тех, который попал в планы ремонта. За то, чтобы его включили в этот список, жители проголосовали на портале «Добродел». Работа началась с замены бортового камня. В перспективе – укладка фрезерованного асфальта. После снятия ограничительных мер по запрету работ в связи с коронавирусной инфекцией, работы у нас начались 19 мая. Все работы проводятся в строгом соответствии с требованиями и соблюдениями против распространения коронавирусной инфекции. Ремонт муниципальных дорог проводится за счет софинансирования регионального и местного бюджетов. Периодичность проведения работ зависит от погодных условий. По контракту все 34 участка, которые вошли в план этого года, должны отремонтировать до 31 августа. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.